все придумываем, мы притворяемся. He felt so much better. Вы выходите наружу, вы открываетесь в полноте жизни, вы принимаете все, что приходит в вашу жизнь. Я вам сейчас дам 10 иллюзий. These are the illusions that create the dramas that produce the experiences of your life. Это все иллюзии, которые создают эти драмы и которые создают опыт в вашей жизни. Говорите правду каждому обо всем. Yes. What is the question? В чем заключается вопрос? Вопрос в том, что получается конфликт с теми, кому я говорю правду. When you eliminate guilt and fear from your life, когда вы исключите вину и страх из своей жизни, everything changes overnight. Все изменяется мгновенно. The ninth. Девятое. Biggest drama in life. Величайшая драма жизни. Pain. Боль. The drama of pain. Драма боли. I want you to know that pain is a decision. Я хочу, чтобы вы знали, что боль — это решение. So today we have a couple of hours left, and I would like to share with you the 17 steps to becoming happier than God. И сегодня у нас осталось с вами пару часов, и я хочу поделиться с вами 17 шагами, как стать более счастливым, чем Бог. See the perfection. Видь совершенство. Call everything perfect. Называй все совершенным. I said, but everything isn't perfect. Я сказала, но все же не есть совершенно. She said, I know you think that it's not. Я знаю, что ты думаешь, что оно нет. What would happen if it was? Что оно не совершенно. Ну что бы произошло, если бы оно было таковым? It's been so lovely to spend this time with you. Так это было приятно для меня провести это время с вами. All well on your journey in life, and we'll hold each other in a special place. And I thank you so much for every moment we've shared. Thank you. И счастливого вам путешествия по вашей жизни. И спасибо вам большое за всем тем, чем мы поделились друг с другом. Самое главное, чему конференция учит, как я думаю, это большему единству. My reality is life is wonderful and full of love. More open, more awake to what life is about, more awake to what's inside of me and more awake to sharing it with other people. Все чудесно, все превосходно. Так держать. Будущее за нами. И просвещение полнейшее. It felt holy, and it felt like we all did some kind of step in awakening today. Да, ну людей полюбил больше, открылся там. Все это. Изменить свою жизнь я могу только своими силами, своим сознанием, своим разумом. Только так. Самые интересные, веселые люди, которые объявились и захотели принять участие в этом. Don't you cry. Кошмар тебе, как птица.
Ну и последний.